Минскую и Революционную практически соединили. Заканчивается строительство автодороги Авдотьино-Минеево. Новая магистраль позволит организовать движение грузовых автомобилей в обход центра, что существенно снизит нагрузку на городские дороги. Вы видите, идет асфальтирование тротуаров. Предусмотрено на данной дороге ограждение, тротуарное ограждение, светофорные объекты, освещение на этой дороге, барьерное ограждение дороги. Финансирование объекта осуществляется за счет федерального и городского бюджетов. Сейчас израсходовано около 150 миллионов рублей. Еще 50 планируют потратить на благоустройство. Трасса будет четырехполосная. Нужно еще нанести разметку, установить дорожные знаки и организовать остановки общественного транспорта. Рядом с новым микрорайоном они действительно необходимы. Мы сейчас работаем над новой схемой транспортного сообщения. Безусловно, поскольку здесь планируется целый новый огромный микрорайон, конечно же, будем включать его в новые маршруты. Жители микрорайона и шумную трассу будет отделять зеленая стена. Вдоль дороги высадят 1200 деревьев акации, и уже в ноябре западный обход, вероятнее всего, будет полностью готов. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.